Здрасте! Привет, вы на канале Пиратская жизнь. Нина Ивова, как всегда, в эфире. А у нас сегодня обед. Спасибо. Облизал? Нет. Так, у нас сегодня пирог. Что должен был? У нас сегодня колбаска. Тут ветчинка и вот такой вкусный рулет из этой, как ее зовут? Индейки. Вот, огурчики малосольные и чаек с супом. Да. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Давайте добавлю. Только не пугай. Я постараюсь. Как получится, как пойдет. Думаю, пукает иногда. И ты тоже. Ой, вчера я страдалась вообще, замучилась. Вот ты говоришь, что блогерство, это не работа. Я вчера просто вообще сидела, наверное, полночи. Разбиралась, в чем у меня проблема. У меня вчера видео как-то перекидывалось. И, видать, там ошибка произошла. У меня произошла рассинхронизация звука и видео на вечернем выпуске. Вот посмотрите, вечерний выпуск, там есть небольшая рассинхронизация. Вот. И пыталась, короче, его перемонтировать через программу. И он у меня не монтируется. Я смотрю, он у меня не монтирует. Я такой, блин, что за фигня? 5 раз переустановила, короче, программу Premiere Pro. Ничего не получилось. В итоге стала смотреть всяких обзорчиков. Ой, у меня весь мозг кипел. Кто говорит, что это не работает? О-о-о. И это, знаете, вот все равно, что вот я скажу, что, знаете, вот, что там хирург делает? Ну, порезал вот так вот. Вот давай я тебе хирургическую операцию. Вот так вот разрежешь, вот так потом сошьешь. Нет, что тут сложного? Совершенно ничего сложного. Ну, точно так же. Когда человек не погружен в это, он считает, что это легко. Вот. А я вчера говорю, замучилась, да. Прям измоталась вся, голова. Свидетель. Полвечера просидела, пока сама не допетрила, в чем у меня проблема. Вот, оказывается, файл был бит. А я думала, у меня программа сломалась. Я думала, что там полезно по форумам всяким. Вот. Думала, что вообще там Premiere Pro, может, отключили санкции какие-нибудь. Я такая, так, у меня же программа какая-то нелицензионная. И странно, почему? Вот так вот. Так что, понимаете, если человек не погружен в какое-то дело, для него кажется со стороны, что это вот легко и просто. Но на самом деле нет. Просто там деньги не платят. Так вот, нигде. Вкусный суп. Мне прям нравится. С перловкой. Обалденно. Тот там с пшеном писал, делают. Ну, это уху, если настоящую, сюда. Почему суп был там? С пшеном. А вон сегодня утром. Просто, блин, меня убил. Говорю, как у тебя? Звоню сегодня. Это. Говорю, ты домой едешь? Еду. Говорю, как прошло? Нормально откатался? Я тебе дома все расскажу. И я говорю, когда ты будешь дома? Через 15-20 минут. И я сидела 25 минут, или сколько там, 20 минут, гоняла. Что же у него там такое произошло? А в итоге ничего не произошло, все хорошо. А нельзя было сказать, все хорошо. Нет, он вот меня вот... А я человек впечатлительный, понимаете? Я же думаю, я пришла, его все осмотрела. Думаю, опять что ли упал? Нет. Не бережешь ты меня? Жанна. Я хлебушка. Черный хлебец. Ты хотел икру? Давай сделаем икру. Только как? Что тебе помыть? Лук, морковь, кабачки. Их надо потушить, надо, да? Сейчас все пыльдим. Давай. Все сейчас будет. Ты там ничего не написала? Я по поводу блог, этих, бонусов.
Уже сделали. Многим курт понравился, кому-то понравился. Чего? Куртка. Ты вчера посмотрел. Черная? Угу. Нормально. Крайней мере, на тебе сошлась. 54. Какой комплимент? Она на тебе сошлась. Похорба. Да. Не, просто знаешь, что там? Она написала, типа, сделать отсевку. Типа, вот следите там за курткой. Фишка в том, что вот не понимаешь, какую отсевку делать. Ставишь там, например, свой реальный размер, да? И она тебе ничего не находит. А вот вчера, считай, 56-ю померила. И она на тебе сошлась. Ты думаешь, господи, какой у тебя размер? Эй, там какие-то необычные. У производителя просто немножко разное отличается. Там ты делаешь, что невозможно поставить такой размер, чтобы попало. Ты в страх глядел. Там таблица у них. Mm-hmm. У Колумбии 100 опыта выходит. А у Нортланда немножко больше. Хотя тот же размер. Ну да. Ты там на всех? Ты что-то горит? Там все горит. Кран какой-то, смотри. Раз. На сырку. Это не кран. А что такое? Бетон заливает. Не знал. Там миксер стоит. И из него прям по этому. Это как шланг. Да. А думаю, о чем такой вот искривленный? А чтобы заливать сверху так отставишь, и он заливает формочку. Вон, здесь же так же сделано, вон, видишь, дом. Металлическая конструкция. Он туда заливает. Мне интересно, когда здесь краны пригонят? Не знаю, когда. Где его ставить будут? Ну, вот здесь со стороны стоянки. С той стороны, по-моему, был. Там нет места. Есть там место ему, есть чуть-чуть. Посмотрим. У нас первый ряд. Десять вам. Уже третий или четвертый раз. Какая-то комиссия ходит, все глядит. Это такое ощущение, что... Ну, я видел, кстати, полтора. Что верхние вот три этажа будут это сносить. Да. Ну, мне кажется, на самом деле лучше бы они все снесли. Знаешь, когда вот прежде чем что-то переделывать, мне кажется, проще все снести, начать заново. Потому что там они ходят ничего, а здесь уже какой раз там с этим прибором, с этим что-то мерили. Они тут еще год будут, блин, примиряться. У нас же все так происходит. Видно. Пускай. Тут построить, там построить. Я помню, тогда, когда пандемия началась, и в Китае показывали, как строили ковидные госпитали. За 3 дня, блин, возводили такое. Пипец вообще. Сейчас сколько у них технологий развито. У них там вот эта вот бюрократия, вот это согласование, деньги не тратились. И время. Ты бы лучше поглядел ролик, как они делали объездной мост. За 4 дня поставили, сделали. У нас год строили. Да. Аэропорта. Там 4 дня. Так он у нас с дорогами. У нас дата окончания заканчивания дороги 30 сентября. Получается, да? Не валялся. Да. Они только могут. Все убрали технику. Опять они поснимали половину, блин. Все. Меня с вами сняли. Нет, мне понравилось. Мы вчера, что ли, шевелили позавчера? Неделю назад положили асфальт на дороге, там, это Нестерова, короче, там, на улице. И вот вчера его убрали. Прикиньте, вообще, я прям удивлена. Вот его тогда сняли, месяц он лежал без асфальта, его покрыли. Неделю он пролежал, и вчера его опять сняли. Вот у нас только в России так вот делается. Извините меня. Да, надо деньги-то отмыть. Ну, блин, вообще пипец. Неделю пролежал. Все, хватит. Испортился. Угу.
Это они сначала попытались там, наверное, как заплатку поставить. Да. Ну, так и все сняли. А сначала как? А сначала делают заплатку, ставят. Угу. Ямки заделывают. То есть так, как у нас трубу эту делают. А через месяц-два начинают это, эти заплатки сносить и заново ложить. Класть. Вот так вот. Какие бюджеты выделяются? Причем каждый год. Да, да. А по-другому не вкусно огурцы-то. Угу. Здорово. Кушай. Можно первый огурчик взять? А то вот я даже еще не попробовала, успела сегодня. Да. Похуба. Тарелка была целая. Ничего, ты их не ешь, приходится за, блин, твоих тут работать. Ну, отмажу. Так. От огурцов отлучили, Вован переключился на колбасу. Сейчас, пока я ем огурцы, он колбасу спорит. Да. Потом я останавливаю его с колбасой, он переключится на пирог. Да. Благо, здесь пирог вот 4 куска. Никак не по... Не за... Я могу за бытие и весь есть. Понятно. Кстати, странно, вот некоторые огурцы вот берешь, они какие-то соленые, а некоторые берешь, прям такие хорошие, вкусные. Странно. Да, вкусно. Вкусные? Салфетку, да? Думаешь, надо? Ага. Благодарю за вашу любезность. Вкусно. А с чего ты в соли плюшаешь? Ну что, еще будем сливать воду, наливать? Какую? Или достаточно уже? Только ты можешь. Могу. Сливать. Заливать. 10 раз. Ну, я тоже. Бьянь труд делать. Могу. Я таким не, блин, занимаюсь. Вкусно рулет, кстати. Хорошо. Понравился. Монтируют, делают. Ну, люди, опять же, у них стимул есть, чтобы люди скорее заехали. О, там уже, вон, смотри, быстро как раз возводится дома. Раз, все. Ну, и когда у людей есть смысл, это и стимул. Это был материал. Ну, я говорю, вон, смотри, видишь, они работа спорится. Они не тянут валуину. Вот у меня отделку делают. А это у нас тут. Не курят. Да. Пока перекур, пока то, пока сё. Я тогда тебя ждала после этой стрижки-то. Там мы такой ремонт делали. Так вот стоят начальники. Стоят, курят, общаются, совещаются. Что-то там ходят эти работники. Что-то здесь какую-то, не знаю, там доску потаскают. Там какое-то ведро. Ну так, знаешь, медленно, так, ну, не знаю, делать, не делать, да. Как будто, знаешь, вот реально тянут кота за яйца. Ну, люди заинтересованы. Раз, все. Поэтому нас годами будут делать ремонты. Этот дом уже сколько? 20 лет стоит? Реально, лет 20. Ну, по-моему, кстати, начали примерно в одно время с нашим. В 95-м, что ли, мы начали. Даже больше. Это уже поставили. А это? Лет 25 уже. Значит, то. Короче, жесть. Ну, так у нас все делается. Вы начали в советское время еще. А закончили в 93-м. Это только начали в 93-м.
по сей день стоит. Хотя на него выделили 41 миллиард. Чего? Миллион? Ну, не, он больше. 4 миллиарда. Да какой 4 миллиарда? Ты что, смашу? 41 миллиард, ты вообще представляешь, сколько это? Да. Мне кажется, ты не представляешь, сколько это. Это много. Ну просто скажи, дофига денег, все. Я не помню, да. Писали сумму. Точно не могу сказать. Но ну вот так и говори. А что ты, блин, каждый раз вот с уверенностью? Единственное, что я могу сказать. Там кто-то нашелся умный. Сейчас идет программа. Вот, президентская. По достройке вот таких домов. Вот. Они добились, чтобы их дом. А потому что они вешали, короче, эту растяжку. Мы еще думали, что они против власти, там, то есть, да, нет, они по поводу. Они против власти по поводу того, что они не достраивают дом. В принципе, я согласна с ним. Деньги-то уже пришли из Москвы, если там что-то дошло. Лишнее. Ну его вся моя фишка в том, что по данной программе строители получат деньги свои, только когда полностью сдадут его. А до этого времени им ни копеечки не будет обратиться. И зарплату чем не будут платить? Пускай берут кредит в банке. Ну, то есть, ну, начальники, которые взялись, они будут брать кредит. Да. А потом им выплатят, соответственно, да? Да. Ну, так что думаешь, люди будут без зарплаты, что ли, там работать? Поэтому они там и ползают просто. Не, просто в данном случае это как страховка. Что, чтобы они не кинули вот так же, не достроив его и, блин, свалили. Нет, сейчас страховка по-другому происходит. Кроме того, что деньги дольщиков хранятся в банке. Да, на специальном счете. Да. Банк отслеживает это все. Если сдан дом, все, вы приняли все из документов, все в порядке. Они им плачут эту сумму с этого счета. Что, будешь еще пирог? Я вот не хочу. Дэй-дэй. Говорю, будешь еще пирог? Будешь. Давай на завтра оставим. Давай. Все, на завтра. Тебе вот это, а мне вот это. Да? Да пофиг. Что хочешь. Они жадные, в отличие от меня. Тоже на Дзене. Девушка одна написала. Очень такой пост интересный. Такой прям развернутый, красивый. По поводу того, что много раз наступала на грабли. И сейчас она как бы никому ничего не помогает. В том плане, что, как говорится, на все помощи есть государство. Или там какие-то свои заботы и так далее. Что если тебе нужна помощь, иди и работай. Вот так вот. В принципе, я с ним очень согласна. Там очень такой развернутый пост написала. Процитировать не могу. Зайдите на Дзен и почитайте. Дословно, да? Да. Ну, прямо, знаешь, вот я прям вот смотришь иногда, читаешь. Господи, слава богу, есть свет в конце тоннеля. Я же думала, это все, клака. Что все там такие. Ну, вот этот дядя порадовал. Нормально. А это? Вот этот вот. Мэр Мадрида. Да. Знаешь, что он сказал? Такую вещь классную. Я это потом расскажу. Да, я читал. На голову что-то гейпарадов или что такое? Нет. Другое. Ну, потом скажешь. Так что светлые люди, они есть. Здравомыслящие, которые отрываются, так сказать, от стада, от стадного чувства. Вот. Это здорово. Значит, надежда еще жива. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.